репчатый лук. А теперь совет от Зоси. Для того, чтобы не плакать, когда режешь лук. Та-дам! Обычная спичка. Ее нужно зажать между зубами. И так и нарезать луковицу. На самом деле, я не знаю, почему так происходит, но это действительно работает. Я знаю много способов. Но сегодня поделюсь с вами этим.